Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 11 сентября. Сегодня по центру Днепра россияне запустили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу. Ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщают о том, что есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов, жилых домов. На фотографиях, которые я предоставляю к своему видео, вы видите последствия ракетного удара по Днепру. Мэр города назвал удар террором и запугиванием. Куда стреляли и с какой целью, снова непонятно, заявил он. Очень сильное разрушение, как вы видите. Также более подробные кадры вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка на него в закрепленном комментарии под видео.